9 часов утра. Опять, пока сейчас доберусь до своей машины, туда-сюда, уже 10. Что-то не получается. Вроде просыпаюсь где-то после 6-6. И все равно затягивается все время до 9. Сейчас иду на автобус. Все, машина вроде нормально пережила ночь без меня. Сейчас едем опять же на тот же полуостров, но в другие точки, не в эти же. Объезд большой, день будет длинный. Надеюсь, дождя не будет. Все будет благополучно. Посмотрим, сколько сегодня я успею повидать. Вчера мало. Постараюсь сегодня не застревать на всяких точках по 2 часа там. Остановился у пекарни, купил себе бурек с сыром. Это слоевое тесто. Вот, вот. И сейчас аэропорт проезжаю. Круговое движение направо. И опять на этот полуостров. Навигатор я забил в отеле. Показалось почти 40 километров. Переехал я весь этот полуостров. Нахожусь вот на другой стороне. Здесь называется место Люстика Бэй. Я вот сейчас еду. Там оборона будет как раз на этой Люстика Бэй. Не здесь, а где-то там вот за горой. Она меня вон погнала по горе. Через гору. Все, на гору поднялись, теперь спуск. Спуск горы. Спускаюсь с горы. Нас то есть слева направо, с одного холма на другой. Короче, сюда куда-то я сейчас в бухту попадаю. Где-то там за горой я вчера был. Тут же на этой парковке вход в шахты. Это не бункеры, это шахты. Второй вход. Здесь какое-то здание стояло. Какие-то рукомойники такие прям. Или что это? Наверное. Кирпич, бетон, камень. Да, это шахта. Тут не похоже на военное ничего. Последний километр по грунтовке вдоль берега до форта. Там 2 острова, форты. И один здесь еще на берегу. Почти 11 часов я приехал на эту точку. Здесь 1, 2, 3. И на той стороне еще на том берегу 4 форта. Здесь видно, было еще с тех времен железная дорога, узкоколейка. Наверное, снаряды, ну, снабжение для армии. Железная дорожка, она короткая, буквально подходила к этому зданию. Вот железные упоры стояли, которые срезали. Я так думаю, здесь здание стояло, хранилище. К форту ведет такая укрепленная дорога. Ровная. Дорога здесь уже довольно разбитая. Тут сейчас уже не подъедешь на машине. Хорошо, что я оставил ее там. И вот сам форт, крепость. Закругленные стены везде. Тут для обстрела шло. Тут пушки. Я надеюсь, он открытый, где-то залезть можно. И отсюда такой вот взгляд на море, на скалы. У форта никаких разрушений не видно пока. Спереди все закрыто. Здесь также вот поставили решетки, чтобы не заходили внутрь. Ну, если не зайду, птичка покажет немножко и все. Здесь небольшая оборона была. Тут вот укрепления были, также сидели, ходили. Вот тут видно. А, тут, может быть, даже и пушки стояли, вот эти вот укрепленные. В бетоне болты торчат. Тут сбоку какое-то попадание было, наверное. Также снаружи облицовка, внутри облицовка, а внутри накидывали камни. Железки еще с тех времен. Решетки, они ржавые-ржавые. Тут вон рыбаки приехали, я думаю, что так много машин. Одна палатка там, видел, стояла. Вот окно еще одно. Ого, оно большое, широкое на море. Здесь, наверное, пушка стояла. Вот еще одни решетки срезанные, и там внутри другая решетка стоит. Там хорошее пространство, могу пролезть. Залез в это окошко.
Здесь кирпичом выложено все. Огромные комнаты по центру. Это вода дождевая или что? Откуда у нас только капает? Прошел центр. Тут комната. Тут две комнаты. Камни огромные. И вот подходим ко входу, где вот выложено так. Внутри ступеньки опасные немножко. Ну, меня выдержит. Здесь, наверное, охрана стояла тоже. Идем вверх. Че, пошли? Рискнем по этим ржавым ступенькам. Идти надо вот эту вот сбоку. Или так вот. Вообще все ржавое. Но меня выдержит. Тут желательно у стенки идти. Если вдруг рухнет второй этаж. Дальше идет и на третий, и на крышу, так думаю. Поднимаешься и на крышу. Здесь осторожно, легким движением проходим вовнутрь. Вот. Здание идет по кругу. Здесь я пойду без камеры. Я что-то не доверяю этим камням, хотя они должны выдержать. Вон сверху эти крюки, кольца висят. Наверное, груз цепляли, поднимали наверх. Все, поднялся, у меня сердечко забилось. А здесь на крыше просто один круг с дыркой внутри. Я так думаю, здесь была оборона, потому что вон срезали все эти железки, кольца какие-то. По центру что-то стояло, не знаю. Какое-то кольцо тоже. Ну, я уверен, здесь большие пушки стояли. Конечно, не по центру. Этот островок, я так думаю, это просто жилой домик. Не какой-то не форт. А вот тот уже настоящий форт. Попробую туда сгонять, послать птичку свою. На той стороне есть еще один форт. Туда моя птичка не долетит. Если единственное, с воздуха фотографии сделает и все. Летала моя птичка, я ее послал аж 1600 метров отсюда, но потом это боялся, вдруг не хватит энергии назад возвращаться. Сделал фотку и назад вернулся. Ветер довольно сильный, слышно, как шумит, местами она меня предупреждает. Ветер сильный, осторожно. Я впервые так далеко летал, большинство до километра и все. Что хотел, вот этот спереди домик, это не крепость, это частный дом, что-то сдается. А тот сзади, то уже отель там, я только что я посмотрел фото. Люстика бухта. Строится. Я хотел подняться на точку, там смотровая где-то, но тут там все строится, туда не проехать. Поэтому отменяется, едем дальше. Я не думаю, что там что-то особенного было. Приехал сюда форт смотреть. Здесь спереди пару зданий стоит, здесь одно. Тут одно большое тоже. Я думаю, это тоже от австрийцев. Потому что они слишком большие для здешних людей. И вон там форт.
Оттуда я приехал, за тем холмом я был на крепости. И вот сюда примахал опять Тивот. Тивот аэропорт. Не пускает мне дрон запускать. Вот я стою сейчас уже на каком-то оборонительном бункере. И вот сам форт, сама крепость. Короче, название Трасте Грабовак, Грабович. Постройка, период 1907-1909. 5 офицеров, 143 подофицера и войники. А это снаряжение. По картинкам смотрим, как здесь все было. Деревьев вообще и кустарников тоже ничего не было. Не знаю, почему не было. Вот пулемет такой вот стоял на крыше здания. Так оборонялись на всякий случай. Вот на крыше такие стоят. Сейчас мы тоже посмотрим, как оружие стояло в доте. Видно, можно двигать в разные стороны. Вот сам, как оно выглядит. Это у меня воздушный план. Сейчас где-то мы здесь сбоку. Как этот бухта оборонялась со всех сторон. Это я знаю. Вот тут сегодня я был. Вчера я здесь был. Тут я не видел. Я не знал, что здесь крепости. Тут были в городе. Я был. Сейчас мы здесь и находимся. Тут я не был. Хотел туда, но не, там стройка не мог подняться. Первый день на машине я вот тут вот был. Тут я был. Это я снимал, когда пешком гулял. Вот, вот показал вам тоже. Это я даже не знал, что тут есть. Тут внизу точка, тут я был. Тут я тоже не знал. А дальше их вон сколько в горах там. Ужас. Дальше картинки. Альтеририя предприсветский рад. Не знаю, что такое вот. Вот такие вот корабли военные стоят вон. Вот пушки. У пушек таких больших были свой кран. Поднимали, потому что, наверное, крепкие были, тяжелые. Вот такая оборона у пушки. Можно сказать, это крейсерная с кораблей. Сняли и сюда поставили. Она далеко бьет. Это где-то на горе. Может быть, здесь, я не знаю. А нет, это, может быть, это стояло. Вот видно этот залив, бухту. Это где вчера я был. Вон я там остановился. Возле этих двух зданий. Там, наверное, как говорится, охрана была. Контроль велся. И начнем с этого бункера. Здесь вот такой прикрытый вход. Спускаемся в небо. Так. Довольно толстые стены. Больше метра. Он большой, здесь бункер, сверху не выглядит такой большой. Здесь стояли мужики и давали отпор с мелкокалиберного оружия. Обороняли пехоту или что-нибудь. А здесь выход крепости во внутренний двор. И вот она, крепость. Электричество у них было, вон, подходило. Два этажа видно. Здесь просто выкопали огромную яму. И даже не надо стенку лепить. Так, вход. Здесь также оборонялась. Сам вход. Ух, австрийцы понаставили. Также здесь срезали железо. И рухнуло здесь. Я надеюсь, мы сможем подняться на второй этаж. Опять я в майке. На улице жарко, а здесь все прохладно, и все капает. Так, здесь туалеты видно. Довольно какая-то тонкая крыша здесь. Железо прогнило. Вот это вот железо. Или сняли, наверное, сняли железо. А наверх железа наливали бетон такой вот. Довольно тонкий. Здесь туалеты. О, а это как раз сюда вход. Оборона. По низу пройдусь, потом наверх поднимусь, если что. Здесь, наверное, канализация. Комната. А, здесь эхо теперь, потому что убрали. Второй этаж полностью срезали. Даже не знаю, как по нему там ходить. Ух ты, нифига себе, здесь люди живут. Ну да, почему нет? Я говорю, это можем восстановить. Сделать здесь ресторан, еще что-то. Здесь люди поднимаются.
Я попробую там подняться. Ресторан сделал? Или еще что-нибудь здесь? И пускай люди приходят, смотрят. Конечно, он уже не будет тем, которым он должен быть. Тут опасно ходить, она очень тонкая, рухнуть может. Тут сразу ступеньки, и в дот можно зайти. Оборонительный. Он довольно высокий. Здесь, наверное, это подставка стояла, где солдат стоял и вращалась. Таким механизмом вращалась. Тут у него крепкая пушка стояла. Достаточно темновато. Я плохо вижу в комнаты. Ай, по воде ходишь. Куда это? Возьмите, куда ты? По переходу здесь. Еще. А это чего эти комнаты? Еще по главному пройдусь. Какие-то боковые комнаты. Сосульки висят. Минералы. А вот пойдем на крышу. А нет, опять дот. И опять вода. Ай-яй-яй. Так, это опять эта же комната. А дальше продолжаются какие-то ходы там. Вверх-вниз, вверх-вниз. И еще один дот. Да, это, короче, это полоса, где доты стоят. Там еще повыше один дот. Поднимемся. Еще после дождей все именно так вода стекает сюда. Ржавая. Это поменьше. Тут, что у них здесь? А, нифига себе, это болты насквозь прокрученные. И насквозь идет докуда-то. Вернулся опять назад, где туалеты. Показать вам, здесь вот печка стояла, получается, здесь отапливала. Отапливать там, где вообще-то люди собираются, что они в торчках эти, в туалетах все время сидят и греются здесь. Какие большие комнаты, когда пол срезанный. Поднялся по этим ящикам. Проход. Здесь сквозняк такой. Продуть может. Торопимся. Я так думаю, это подъем. Довольно широкий на крышу. Выход на крышу? Да. А это куда туда идет? Офигеть, он длинный. Вон там, далеко, это вход. Я иду сейчас очень по длинному, очень туннелю. И он идет и не заканчивается. Он идет в поворот, идет дальше. Вот, даже спереди, спереди, спереди. Идет. Здесь, наверное, просмотр был. Кашки вроде чьи-то. Че? Не знаю, сколько я прошел. Здесь опять легкий поворот. И выход куда-то, неизвестно куда. Куда мы сейчас выходим? Здесь охрана стояла. Еще один бункер, что ли? Но я так далеко еще не гулял. Сотни метров просто идти под землей куда-то. Здесь солнышко. Выход. Я так думаю, небольшое здание здесь. Окошко. Да, небольшой бункер. Хорошо засыпанный. Здесь, наверное, дот стоял. А как к нему подойти? А, не знаю. Там какое-то углубление. Да, здесь хорошая точка. Оттуда я пришел, значит. Хорошо. Сотня метров примерно. А внизу, кажется, больше. Уже идешь. Вокруг этой точки каменные ограждения, местами оборона. Еще одно немаленькое помещение прошел. Выходим опять наверх. Непонятно где. На этом же холмике. Там внизу какая-то площадь. А, это дорога поворачивает. Вот такой вот. С Google карты видно, что здесь наверху
между этим постом и тем постом. Вот такие огромные углубления. Здесь стояли, наверное, какие-то пушки. Вот это, я думаю, тоже огромные пушки для тяжелой техники просто. Вот тропинка, которая связывала, наверное, здесь какая-то небольшая хата стояла. Вот кирпичи что-то вылаживали. Здесь довольно ровно. Вот еще что-то вырыто. Спуск в яму эту. Да, вот пушки стояли. Почему-то направлены на гору. Хотя они вращаться могли, конечно, 360 градусов. Так идешь незаметно. А вот когда это на птичке, если полетать, то будет видно. Тоже. Вот он, этот туннель под низом. Вот. Присыпан. Потому что у туннеля я местами проходил, окошки были наружу. Где-то здесь, может быть, окошки. Он присыпан, и просто по нему идешь. Интересно. А окошки, они тоже присыпанные. Вот они, наверное, есть. Видно, потому что свет идет. Вон такой вот свет. Какая-то огромная площадка, стена. Метр высотой, может быть. И вот камни, залитые бетоном. Так вот спуск легкий вот туда вниз, чтобы вода выходила. Шел тут эти вьюны всякие. Растут, путаются. Я запутался, заругался. А тут змея побежала в кусты. Я опять шуганулся, испугался. Не ожидал, что змея здесь. Потому что я, как говорится, споткнулся и резко так зашумел. Она испугалась меня. Блин, они везде греются здесь в траве. А, это бассейн их. Снабжение воды. Поднялся на крышу. Раньше он, наверное, присыпан был камнями. А сейчас все открыто. Вот идет. Огромные доты. Крепкая пушечка стояла. Уже кто-то старался резать. Забрать металл. Вот четыре дота. И один, который в сторону, я поднимался выше. Один. Там, наверное, тоже дот стоял один. По фоткам, как видно, здесь раньше не было кустов, только камни. И поэтому, наверное, различить было тяжело. Вот последний на крыше. Интересный вход. А то я по туннелю ушел и не поднимался. Это, наверное, вниз ведет. А это здесь что? Ой, опять воду. И не тут ничего, для чего ступеньки здесь. Интересно. А это спуск, наверное. А, ну вот, да. Я по туннелю ушел. А надо было просто здесь повернуть. Все, посмотрели. Здесь также все камнями присыпано, ямки сделаны, чтобы обороняться на крайний случай, если пехота нет. Все, пришел к машине, сейчас слегка перекушу. Тут мне оливки и вот этот вот бурек с сыром. Я вот замечаю, у некоторых прям мало сыра, а тут прилично сыра. И из-за сыра она довольно такое сочное становится. Когда мало этого, не сыр, это творог, можно сказать. Тогда он более сухой такой. Все, всем приятного аппетита. Пустил дрон, одну точку, посмотри, там всякие руины какие-то непонятные. Возвращаюсь, батарея была слабенькая. Возвращаюсь назад, он говорит, все, сажусь, я не могу дальше лететь. Я его бегом сюда на дорогу сажать, чтобы понял примерно, где его искать, чтобы на дороге искать. Искал функцию, у них функция есть, где нажимаешь кнопку, и он там это мигает и шумит. Не нашел я эту функцию, или ее нету, не знаю. Короче, я сейчас шел вдоль дороги, и вот он сидит здесь, на куст присел. Я запереживался, что я его потерял. Это место было интересно, военный объект или нет. Черепица, домик. Мне кажется, здесь просто фермер жил. Большая территория. Дома кое-где проставлены. Вот такие вот каменные заборы. Я сейчас полкилометра протопал немножко. И то
дорога уже заросла, получается, уже давно заброшено это все. Когда-то, я думаю, мы, может быть, оливками занимались, еще чего-нибудь, кое-где оливки. А вот этот кустарник, непонятно, что это такое. Он везде, большая масса его, а ни цветков ничего не видно. Большая территория. Здесь огромное большое здание. И вот колючая проволока протянута поверху. Может, это хозяин для коз сделал, чтобы они здесь не лазили. Не знаю. Здесь тоже груды камней огромные. Нет, туда, тусуемся. Все, посмотрел я. Теперь я еду на юг, в город Будва. Там крепость заснять и старый город. Не знаю, сколько километров, потому что навигатор не работает, а другой сейчас надо настраиваю. Короче, я могу ехать вот все время по таким дорожкам, по такой дороге, или вернуться назад и там по быстрой трассе ехать. Ну, там скучно, наверное, лучше здесь. Вот, сейчас буду спускаться вниз с этой горы. Там внизу вон трасса видна. И вдоль берега поеду до Будвы крепости. Надо торопиться, сегодня хочу еще много повидать. Вон там трасса. Я думаю, там крепость вот на этом выступе. Немножко напряженно ехать по этой дороге, потому что одна полоса, еду со скоростью примерно 45 в среднем. Особенно если поворотов много, может даже еще медленнее. Вот на такое расстояние, 50 метров еще, если вижу, чуть-чуть быстрее еду. Сейчас все время спуск будет, ох, крутой спуск. Осторожно. И вот вся дорога такая вот, вверх-вниз, вверх-вниз. Устанешь переключаться. Куча поворотов. На мотоцикле, конечно, клево было бы. Я бы кайфовал на мотоцикле. А так, на машине немножко напряженно. Все, вышел на трассу. Тут тоже повороты без конца, но уже пошире. Можно не переживать ехать на своей полосе. Много людей ездит, прям стоит 80, они едут 60, 50, вообще не торопятся. Или здесь туристов много, которые машину в первый раз взяли и не умеют ездить. Или что? Или здешние так ездят плохо. Ну, сейчас один опять ползет спереди. И часто так вот. У нас в Германии так мало кто ездит. Есть старики, но они так медленно едут. Вот сидят. Приехал в Будву. Внизу старый город. Фортификация. Тут вот пушки, наверное, стояли. Здесь ничего особенного. Сюда, наверное, приходит закат встречать. Здесь буквально фундамент немножко и все. Вот здесь огромные пушки, наверное, стояли вот в этих углублениях. Сейчас поднимусь туда, оттуда щелкну еще и все. Вот такая вот небольшая крепость. Это не форт, это просто крепость. Стена с одной стороны, с другой стороны пропасть и пушки. Вот такой вот бункер я, конечно, впервые вижу. Полностью вылитый из бетона. И вот такой вот просматривать можно. Таким вот глазом просматривания. Здесь нужно осторожно, потому что везде человек мины свои ложит. Просмотр хороший. И выходим. Здесь осторожно, можно башкой врубиться. Свисает. Здесь одна комната, вторая комната. И выходим назад в крепость. Смотришь на обрыв, здесь высоко, аж если смотришь вниз, голова кружится немножко. Там вроде как пещеру промыло. Здесь буквально пару зданий. Вот одна большая комната, здесь какие-то две маленькие. А здесь какая-то оборонная. Такой вот туннельчик небольшой. Да, комната такая самая темная. И вот здесь прострел велся в две стороны. Там какой-то еще бункер внизу, вход. Сходим посмотрим. Город Будва. Даже птичку не надо пускать. Городок маленький. Вот сбоку крепость. Ее подмыло. Она отсюда маленькая, кажется. Я когда там гулял, она довольно длинная, там 100 метров. А отсюда все такое маленькое. Ужас, какой маленький. И дальше вот сам город.
Мы прогулялись по нему, ничего интересного. Я уже возле города Бар. Это какое-то поселение, а за той горой уже город Бар. Там его порт. Я сейчас собрался на гору. Здесь крепость. Она, видать, там еще вверху. Подняться еще надо. Здесь такие красные скалы, офигеть. Забрался, у меня отдышка. Я сегодня мало пил. Надо попить немножко, а то уже чувствуется обезвоживание. Хожу, потею. Зашел в крепость. Через окно дыра тут. Другие вышли, поэтому я здесь зашел. Получается, одна стена осталась. И вот эти вот, где пушки стояли. Вот это вот. Здесь вот толстые стены, почти 2 метра. Какая-то хижина. Прямо на входе. Вот он, вход красивый. И горы. Все, там уже край, ничего нету. Угловая башня. С лестницей. И каком-то. Что-то даже не знаю. Поднимать птичку здесь неохота. Десять минут шестого. Я приехал на последнюю точку, которую поставил себе. Город Бар. Я в него не поеду. Тут монастырь, но он разрушенный, руины. Посмотрим его быстро, пока солнце не село. Что же разрушило этот монастырь старый? Война или старость? Довольно старый. Разноцветные камни. Ряд красного камня, ряд темного. Или красили камни. Пол, стены. Видите, изредка, наверное, летом открывается здесь. И open air, как говорится, представление. Вон там на горе я был. Там крепость была. Стена прям на обрыве стоит. Как она только еще не рухнула при такой старости. Тут уже разрушилось кое-что. И там что-то бетон. Там, наверное, бункер был. Да, там бункер, одна комната и все. Значит, во время войны использовалось это место. Значит, церковь, может быть, надеюсь, уже была мертва. Монастырь был уже убит до них. И закат. Красота. С этой стороны такие огромные сосны обхватили берег, не дают, надеюсь, ему разрушиться. Вон здесь и это еще.
как вы думаете, под конец я заслужил себе отдых? А то я часто в своих отпусках, путешествиях насаюсь, потом задумываюсь, а я же должен немножко тоже кайфануть, вот так где-то сесть, покайфовать, что-то посмотреть, расслабиться. И вот часто бывало так вот 10-15 минут сидишь, потом, о, надо дальше. Нет спокойствия вообще, торопишься, что не успеешь что-то посмотреть, что-то пережить. Короче, сейчас посижу здесь, пока солнце сядет, и поеду домой назад. Не знаю, сколько километров от бара до моего отеля. Решил спуститься к воде, чтобы съемки с воды, с волнами снять. А тут небольшое какое-то место для обороны. И церковь. Это одна комната здесь или здесь потайной выход? Там что-то еще в этой комнате. Приезжаем к городу Будва. Там все огоньки горят. Почти 7:30. Я успел на паром еще. Ресторан Кавказ. Кавказская кухня, наверное. Я уже почти дома. Уже 8 часов. Устал. Спотел. Сейчас приду, приму душ сразу. Чаек теплый попью.